Так, ребят, мы зашли в экспоцентр корпорации Greenleaf. Это будет длинное видео, давайте мы посмотрим. А здесь у нас получается зона, где люди могут приходить и, называя свой ID, покупать продукцию. Вот мы сегодня тоже сможем это сделать. Итак, мы заходим в выставочный зал и будем смотреть все образцы и то, что есть. Здесь такая историческая зона. Но это мы видели. Так, все люкс, люксовые вещи. Вот тут идут экскурсии. Видите, делегации с разных стран. Вот, и начинается, ребят, ассортимент. Вот видите, пожалуйста, здесь идут детские товары, игрушки, плюс огромное-огромное количество товаров для детей. Также здесь идут для женщин прокладки абсолютно разнообразные. Здесь идут чемоданы. Идут чемоданы, мы их сегодня будем покупать. Также тут представлена разная кухонная утварь, включая фильтры для воды, фольга, бутылочки, зубные щетки, в том числе электрические, весы, тапочки, очки, зонтики, канцелярия, друзья мои. Канцелярия. Это все для дома. Вот здесь те самые тряпочки. Это что касаемо уходовых вещей для квартиры. Стирать, мыть, уход за обувью. Пожалуйста, вот такие витрины. Постельное белье, носки. Здесь идет одежда. Средства по уходу за телом разнообразные. Гели, шампуни, мыло. Начинаются разнообразные крема, масла, макароны. Масел очень много. Здесь разнообразные вяленые именно продукты. То есть без термической обработки. Здесь идут чаи, соки, ребят. Обратите внимание, как все интересно. Отправляемся дальше. Здесь начинаются косметические всякие вещи, масочки. Разные масочки, духи. Духи, кстати, обалденные. Копейки стоят, стойкие. Здесь декоративная косметика начинается. Декоративная косметика, ребят. Тени, помады, туши. Кушоны. Около 4000 наименований товаров. Здесь работают косметологи, которые могут проконсультировать в любом вопросе. Очень интересно, ребят. Здесь ампулы, это уже для коррекции антивозрастные всякие штуки, и с жемчугом, и с активными веществами. То есть это очень крутые бренды, совместно со Швейцарией, бренд Sialux. И вот эта витринка тоже, друзья мои, также средства. Вот есть мужские, смотрите, для мужчин всякие пенки, после бритья гели. Так что очень большой ассортимент. Корпорация Greenleaf планирует расширить ассортимент еще до 7000 наименований, выкупив франшизы у самых современных фабрик, производств и самых современные технологии. Поэтому вот так работает корпорация Greenleaf. И все это будет продаваться в наших фирменных магазинах. Здесь декоративная косметика начинается. Декоративная косметика, ребят. Тени, помады, туши. Кушоны. Около 4000 наименований товаров. Здесь работают косметологи, которые могут проконсультировать в любом вопросе. Очень интересно, ребят. Здесь ампулы. Это уже для коррекции антивозрастные всякие штуки. И с жемчугом, и с активными веществами. То есть это очень крутые бренды, совместно со Швейцарией, бренд Sialux. И вот эта витринка тоже, друзья мои, также средства. Вот есть мужские, смотрите, для мужчин всякие пенки, после бритья гели. Так что очень большой ассортимент. Корпорация Greenleaf планирует расширить ассортимент еще до 7000 наименований, выкупив франшизы у самых современных фабрик, производств и самых современные технологии. Поэтому вот так работает корпорация Greenleaf. И все это будет продаваться в наших фирменных магазинах.